Доброе утро! Ты проснулся, Фафанька? Да. Кто тебя разбудил? Скажи, Зоя. Вот эта девочка с прической тебя разбудила? Да. А как она тебя разбудила? Кричала, да? Да. Ну ничего, уже ж пора вставать же, да? Да, время. Время-то уже сколько? Много? Да, много. Да нет, еще нету 9. 8. Сережа приехал с 2 медалями, да? Одна в прошлом году была за 3 место. И в этом... это только вчера. Это тоже за 3 место, да? Да, второй год подряд 3 место. Ну ничего страшного. Это тоже хорошо, да? На первое место заходить. Для этого тренироваться ж надо еще добавок. Ну да, каждый день желательно. Но мы только там, по-моему, пришли. Мы там только-только пришли, вот нас позвали на тренировку. Только-только перед летними каникулами. Сережа, да, а тренировка. Кто же первое место? Шуляк Надя. И в том году она? Да. Давай, ешь. Ну что, вкусный лимон с нами? Фу! Ну что, фу, он кисленький. Дай мне, я тебе покажу. Вот я его ем. Вкусно? Да. Соленый, правда. Как он может быть соленый, серый? Да, кислый. Кислый, соленый. А понятно, там... Кислый. Кислый, да. А Фанечка, а где правая рука? Во право. А лево где? Во лево, во право, во лево. Да? Он уже прям с утора, не знаю. Так, у меня здесь варится куриная потрошки, да? Здесь крылышки, печенка и шея. 2 крыла, печенка и шея, в общем. Это все для бульона. А здесь я буду делать гринчаники из оставшейся... Нельзя в компьютер? Это кто так сказал? Нельзя в компьютер. Хорошо, тогда идите в игрушки играйте. В игрушки же можно? Так, мы делаем гринчаники. Или как они? Гринчаники, по-моему, называются. Лук, гречка, 2 яйца, фарш. И сейчас посолю, все поперчу, буду панировать в муке и обжаривать все эти котлетки. Здесь я сейчас все чищу на супчик. Гречаники, уже первая партия обжарилась, вот вторая готовится. Здесь сейчас буду процеживать бульончик куриный. Так, я пока тут готовлю обед. Дети играют торт в лицо. А где крутилка? Ее куда-то дели. А где крутилка? Я никуда ее не делала. На три, я тебе покажу. Три, на три. Баба! А у меня три. У тебя один? Да. У тебя ноль. Я даже три. У тебя ноль? Да, шесть. Так, ну что, помыла голову, приготовила обед. Так. Сегодня нам на собрание до Григория, все на карате, и голова была, конечно, после лака, вот я, в таком состоянии, не очень свежим, вот, а еще мне герпес вскочил, и прям эта часть губы, так, знаете, как будто мне туда, не знаю, что-то закачали, не просто, как-то необычно, он прям так надулся очень сильно, вот, играем сейчас с детьми. Вот они там тоже сушат голову. Вот так они сушат голову. Да, собачка моя? Так, Афанасий, что вы тут делаете, сынок? Что это такое? Подожди. Конструктор? Да, конструктор. Давай, играй, я пошла Зоечку проведу, хорошо? Вот моя Зоечка едет домой, да? Да, я еду домой. И серенький едет домой. Своими медалями. Заюня, иди ко мне одеваться. Такая прикольная, с хвостиками. Заюня пошла. Мы сейчас будем накладывать суп, да, сынок? Пойдем суп накладывать. Афанасий, быстро заходи. Быстренько. Зоечка поехала домой, да? Да. Григорий все, уже сказала, дома. Садись. Книжки сдал? Да. А тут ты пошел, сдал в библиотеке? Да. А другую взял?
Да нет, я ему сказала не брать. Он сказал, я вообще брала, две возьму. Я говорю, Гриша, не бери уже конец года, когда ж мы их сдадим. Да, сынок? Что ты коленку разбил-то, покажи. Собирался на физкультуру, да? Да, поскользнулся случайно. Зашла камеру взять. Сержу не купила. Знаете что? Луковые кольца. Блин, они такие вкусные. Так, а мы вяжем сейчас шпинат. Но его надо мыть. Еще рвали сегодня уже петрушку. Вот такая вот уже выросла своя петрушка. Первый раз ее щипали. Так, мы с папой вышли на небо посмотреть, потому что опять тучки. Что-то даже гремит, да? Да, вот какое тут небо затянуто тучами и гремит. Так, все, мы шпинат повязали. Такие вот дети зашли после игр на улице. Особенно мне нравится входная ручка. Где тут мои чистенькие мальчишки? Что вы тут покупались? Я помылся. Да? Ну, ты не мил. Ты не мил? Да. Почему? А мокрый. Ты мокрый? Так давай переодеваться. Сына! Так все, ребятки, Антоха приехал с папой, так что мы поехали на карате. Пока. Пока. Я хочу, чтобы Гавриша после оранжевого чонгрыны. Так, все, мы на карате, и я на собрание. Папуля с детьми, да, папулечка? Ужас, он сейчас родители едут, и там столько собак. Сейчас, походу, и за нами будут бежать. Там аж три собаки, две из них такие здоровые. А одна мелкая. Одна вон сидит на поле, а две прям бегут, да? Ну, просто вот если идти пешком, да, то здесь вообще, конечно, страшно. За нами не бегут, да? Вот, в общем, мы приехали до родни посмотреть, как родня делает торт. Потому что завтра... Это точно. Поэтому будем только снимать торт и меня. Потому что я же не на сносях, по мне же не видно. Что я уже на пятом месяце. Вот, в общем, Григорий здесь решил перекусить. Перловка с сердечками. У нас, кстати, давно не было сердечек, да, Григорий? По-моему, и нам пора. И нам, по-моему, пора, да, сынок? Заюня, а что тебе тетя Вера подарит? Кого? Кукульку. Как ты говорила, куклю. Куколку. А это Маргося так говорит, куклю, да? А Зоечка говорит куколку, да? Вот такой вот будет торт. Бисквит пропитанный и сливки взбитые. Клубника. Сливки вот такие вот из метро. Родне понравились, да? Родне как взбивают, все хорошо. Джая, покажи горшочек. Покажи какой. Какого цвета? Зоя, у нас горшочек до завтра доживет? Никакого. Горшочек вари. Вот такой вот торт получился. Да я с этой стороны родная. Мира, это что такое? Это сливки. Сливки. А трюлё, крем? Вон крем еще есть. Это сливки, крем. Это вот получился. По-моему, очень такой красивенький. И девчонки тут лепят, да? Я люблю достать печенюшки. Печенюшки? Да, вот такие. Я вот такие красивые. Печенья. И ты печенья? Так, ну что, мы уже дома. С Гришей мы в 10 часов приехали. Привезли, значит, горшочек. Это для Зоечкиных печенюшек, для цветочков. Купила здесь леденцы красного цвета. Хочу завтра попробовать делать прянички. Там есть зеленого? Нет, это обертка. Это обертка для красного, там оранжевого попались. Так, что еще? Родня нам купила мастику для торта, для Афанасия. Мне еще сачок и двое семян. Да, Григорию тыква, сачок. И это, и розовые помидоры. Да. Так, что еще купили?
собачий корм и кошачий корм купили. Еще родня с нами поделилась чем? Вот катание это чесночное с травами приправа и греческие две. Так, все-таки у меня руки чесались делать это печенье. Внутри здесь вот эти вот конфетки. Сосательные красненькие. Пробовала в цветочки засунуть желтенькие, но из-за того, что они там очень маленькие. С камерой. То есть они здесь с этой стороны. Либо нужно очень тоненько тогда раскатывать, если я их толстовато раскатала. На сердечки, по-моему, красивые получились. Так, на сегодня все. Дети уже пошли отдыхать. Завтра у Гришки, получается, последний день в школе учебный. И послезавтра уже 24-го линейка. Линейка, так как в школе сейчас две школы учатся, поэтому линейка будет только для первых, для четвертых, для девятых и для одиннадцатых классов. То есть все остальные классы не приглашаются на линейку. Вот так вот. Все собрание прошло прекрасно. Все хорошо. Давали там список литературы на лето. Что еще там давали? Сейчас я открою. Писать, в общем, 20 слов диктанты летом. Список литературы прочитать. Ну, это как всегда. Вот. И, в общем-то, больше ничего. По математике элементарные задачи. И выучить, кстати, таблицу умножения задали. А на сегодня все. Пока! And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.